пробки. Мне передали эстафету с вопросами. И сейчас я вам буду повторяться, потому что в некоторых роликах я уже рассказывала те вопросы, которые там есть. Короче, первый вопрос — история имени. Ну, это было вообще прикольно. Мама назвала меня Леной. Целых 2 недели. Лена, Лена, Лена. Потому что 19 марта — это именины Лены. И все, Лена, Лена. А отец работал тогда флюорографом в больнице. И, короче, он такой говорит: что ты же ее Леной зовешь? Он же в поликлинике. Короче, он уже меня давным-давно Ольгой записал. 2 недели как Ольга я уже. А мама все 2 недели: Лена, 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 Лена. Вот так вот. А у Ольги именины вообще в июле, 24 июля. А он захотел, как отец захотел, так и сделал, короче. Это было его решение. Вот и все пироги, он не стал даже с мамкой и разговаривать. Вот так вот история моего имени. Следующий вопрос. Где родилась? Ну, я девка деревенская. Родилась я в поселке. Кировская область, поселок Кикнур. Поселок городского типа. И мама всегда говорила: ты какая-то не такая, тебе в город надо. Тебе надо в городе жить. Ну вот как в воду смотрела. Я живу теперь в Санкт-Петербурге. Я уже питерская. И пусть они никак не отмахиваются, у них не получится. Следующий вопрос. Где училась? Ну, училась там же, в поселке, Кировская область. Школу закончила там, 11 классов. Уехала в Суводский лесхозтехникум города Советска. Училась на мастера лесного хозяйства. Моя профессия — лесник. И это мне здорово пригодилось. Пусть даже по профессии я проработала всего 1,5 года. Но то, что запоминание города, что я запоминаю, вот один раз проехала, второй раз я уже могу свободнее ехать. У меня уже есть такое, что я запоминаю дорогу. Работа с картами. Лес мне немножко помог. Все не зря. 5-й вопрос. Таланты и увлечения. Увлечений у меня было очень много. Таланты, я не знаю, талантливо или нет, это не мне решать. А увлечений было очень много. Я даже чеканку хотела. Я хотела музыкой заниматься, я хотела шить, я вязала, я чудо-то не делала. Увлечений было много. Я и спортом занималась. Но спорт как-то меня сильно так, не сказать, что сильно так уж очень привлекал. Но спортом я занималась. Когда брат в армию ушел, я все, у него пудовая гиря осталась 16 килограмм. Вот я все ее тягала. Это у нас такая дорога. В Питере еду по асфальту, называется. Ужасно.
В Лесном я поработала. В Коми по распределению уехала, но там я мало поработала. Потом в Межхозлесхозе в поселке в колхозные леса были. Я тоже годик отработала. Я и сосисками торговала. В коммерции себя пробовала, но это не мое, это стопудов. То, что шмотки продавать, это не мое. Продавец, наверное, это не мое. Уборщицей работала. Даже в дорожном успела мусор поубирать по дорогам. И чуть-чуть асфальта покидать. Потом... уборщицей сказала. Тепличницей поработала. Огурцы пособирала, помидорчики. Все это... Кондуктором поработала. Сейчас водителем, как видите. Короче, хватило. Были ли за границей? Вопрос. К сожалению, не была ни разу. Я и по России-то мало где была. Зато я знаю, что я в Питере живу и в самом красивом городе я живу. Правда, погода здесь всегда мрачная, неба нет, потому что небо все время затянуто. Короче, продолжу я отвечать на вопросы. Какие качества цените в людях? Конечно, это доброта, но чрезмерная доброта. Люблю конкретных людей. Сказал, сделал. Ненавижу хитрых людей из-под тишка. Нравятся люди с острым юмором. Нравятся люди мудрые, которых можно услышать. И все такое. Послушать, услышать. Вот. Вопрос. Кто я по знаку зодиака? Я хвостатая. Я рыбка. March 17 у меня день рождения. Вот так. Так что скоро изнюхай меня. Так, Липецк привет передавала. Липецку привет. Так. Жаворонок я или сова? Я сова. Поэтому я с таким трудом по утрам встаю, что это просто ужасно. А вечером спокойно могу просидеть хоть сколько. Не знаю, может, это с годами когда-то изменится. Говорят, что пожилым людям плохо спится. Ну как бы это, что они утром рано любители вставать. Какие фильмы любите, какие три просмотренные последние фильмы. Тут я как-то фантастику. Я в основном ее не смотрю, а тут зацепила как-то. Один фильм я фантастический какой-то посмотрела, и то, по-моему, не до конца я его тут досмотрела. Ну, как-то это прицепило. Ну, актеры хорошие, поэтому... Зацепил фильм. А так я смотрю «След». И то там слишком наиграно, поэтому я уже как-то не... таким азартом смотрю. Очень люблю старые фильмы, очень люблю. Хорошие актеры, хорошая игра, интересные фильмы. Хорошие песни, добрые. С удовольствием пересматриваю старые фильмы.
прочитанных книг запомнившиеся? Ой, я не помню, какие там первые я читала. Я помню, что я начала читать, там что-то глотать, книжки одна за другой. Это еще когда кондуктором работала, сейчас давно не читала. И последнее помню очень хорошо, которая мне так не понравилась книга, что я после этого завязала даже читать. Это 50 оттенков серого. Почему-то мне так не понравилась эта книга, что я не знаю, может, я ее недопоняла. Но после этого я, по-моему, даже ничего и больше не читала. Я помню, что я читала, мама мне купила в 16 лет книжку «Поющие в Терновнике». Но я ее помню, что я ее с удовольствием прочитала. На 16 лет она тогда была такая уже серьезная книжка. По школьной программе «Войну и мир» я прочитала всего 2 тома. Начала 3-й том читать, так я и не дочитала. Любое из часто употребляемых изречений. Что-то последнее время начала я говорить: вот такие пироги. Блин, уже, ну просто везде лезет. Кошмар какой-то, я уже не знаю просто, что делать с этим выражением. Просто меня уже от него скоро стошнит. Еще любите ли вы общаться с попутчиками? Нифига, я не замкнутый человек. Общаюсь еще как, хлебом не корми. Я даже в поезде ненавижу купе. Плацкартный всегда беру, чтоб, а вдруг попутчики хорошие, пообщаться, чтоб чуть не всем вагоном. О, это я люблю. Следующий вопрос. Ваши страхи. Ребята, ненавижу долги, боюсь ипотеки. У кого что, у меня вот такая прямо стихийная болезнь. Ненавижу долги, не хочу ипотеку, ни кредиты, ничего не хочу такое. Боюсь этого страшно, боюсь, что должна буду. Все. Шучу. Боюсь еще высоты. Но переборола себя. На самолете уже 2 раза летала. Так что с этим мы справляемся. Но вот долгов действительно боюсь. Ненавижу долги. Ненавижу вот это все. И для меня легче, наверное, дать денег, чем у кого-то занять. Если бы вы были ученым, то в какой области? Да уж. Ну и вопросик задали. Очень сложный вопрос. Наверное, что-то связанное с животными. Ну вот так вот опрос прошел. Здоровается со мной. Передам опрос Юльке Пульке. Всем пока, люблю, целую, всех обнимаю. С вами Халтурина. Халтурина рулит.